Всем привет, всем доброе-доброе утро. Сегодня у нас 3 февраля. Сегодня у нас такие классные праздники, просто мои любимые праздники. Во-первых, сегодня праздник, день борьбы с ненормативной лексикой. Представляете, это вообще мой просто божественный праздник. Я всегда всем говорю, не матюкайся, не ругайся, разговаривай нормально. А еще сегодня день нежности, так что я всех обнимаю. Очень-очень крепко и собираюсь идти вот с теми вот животными, которые уже сидят и ждут. Половина не вижу. А вот они! Косточки кушаете, да? Ах, приятного вам аппетита! Стирку надо сегодня убрать, ну да ладно, это не об этом, это потом. Сейчас что делаем? Собираемся, одеваемся и убегаемся. Обалдеть! Вот это у нас на улице вьюга началась. Вот что значит февраль. Месяц лютый. Не холодно, правда, но ты вы посмотрите, какой снег. Добби! А эти собачки все сидят. Что они тут ждут? Непонятно. Пошли, Тера, ко мне. Ты, Руся, идем. Пошли, пошли, тебя прогоняют. Идем. Как это говорится, весело, весело. Встретим Новый год. С Новым годом вас, ребята. У нас он начался сегодня, а у вас когда? Так, с собаками я уже погуляла, все сделала, под снегом походила. Прекрасная пора, замечательная погода. Что у меня с червями? Значит, я с утра нашла еще 2. Но я периодически заглядываю сюда, смотрю, и там достаю те, которые получается, они залезли именно, знаете, вот куда-то под низ, и все они все равно сюда идут. Я сейчас вот пересматриваю, но вроде бы их нету. Я надеюсь, что я от них избавлюсь в течение сегодняшнего еще дня, и больше они меня не потревожат. Потому что они вчера были просто везде. Они вчера расползлись на потолке, на стене. Они вчера были и здесь. Они вчера были просто везде. Я, честно говоря, была в шоке. Я вчера все перестирала, всю одежду, в которой я вчера была. Все, хорошо, что сохнет дома, все очень быстро. Реально, реально просто трэш. Я особенно... Черви, это гадость какая, они такие мерзкие. Жалко, у меня воробушка нету. Вот был бы у меня воробушек... показалось. Был бы у меня воробушек, который у меня был, я бы ему скормила всех. Вот это ему бы протеинчика, круто. Но пришлось все выбросить. Надеюсь, другие воробушки покушают. Птички, я не знаю, там кто это кушает. Надеюсь, они съедят. Но я справилась с этой нелегкой задачей. Я вчера даже позвонила маме, сказала: мама, передай, пожалуйста, бабушке большой привет. Скажу, что я ее очень сильно люблю. Нет, именно так и сказала. Я не злая, я злая. Я на бабушку не злая абсолютно. Это, скорее всего, больше моя вина, чем бабушкина. Она мне дала орехи, которые я не ем. А я их положила. Положила и, знаете как, орехи будут лежать долго. Вот они долго и полежали. Они долго лежали, конечно. И долежали до того момента, до которого должны были долежать. А что мы сегодня у Киры, кстати, 6 уроков, она сегодня максимально рано придет домой. А я постирала свою сумку, и знаете, что с ней произошло? Она у меня села. Она была такая большая, а стала теперь такая, как вот эта вот, малюсенькая, и еще такая вся какая-то помятая. Надо ее, наверное, погладить, что ли. Да не хочу я ее гладить, будет такая помятая. Я еще сумки не гладила для полного счастья, и больше мне ничего в этой жизни не надо. И хожу я такая сейчас по квартире и смотрю, что бы мне сделать. А у меня просто практически везде хорошо и нормально. И как всегда здесь, ну, здесь как всегда. Здесь всегда провода, и они вот так вот. Как бы я их ни скручивала, они все равно именно так. Ладно. Ну, а тут у меня тоже, в принципе, все хорошо. Ничего нету страшного и ужасного. Короче, здесь все нормально. Вот это вот единственная Кира с утра тут что-то делала. И я не знаю, что она делала, что она опять испачкала этот стол. Этот стол просто бедный, несчастный. Надо посмотреть в Икее вот такой стол. Новенький, потому что он вообще уже печальный. А он мне нравится, он очень удобный. Он маленький, компактный, и сюда, в принципе, достаточно много что помещается.
Oh my god. Так, вот тут я еще думала что-нибудь сделать. Вообще, вот в этой вот тумбочке. Ну, думаю, ладно, сюда я уже залазить не буду. Здесь Кира сама все сделает, то, что ей надо. Потому что тут... О, а я шила искала. Я искала шила совсем недавно. Что-то мне нужно было протыкать. И я не помню что, но я его не нашла. Но, оказывается, ответственность здесь лежит. А что там? А, боже мой, здесь у Киры еще и посмотрите, что бусинки все рассыпались. А, все, не буду сюда залазить, пусть Кира сама здесь убирает. Я не хочу в этом участвовать, в беспределе. Тут вообще почему-то ничего не становится. Да что ж такое? Еще и ножи разбросаны, все разбросано. Господи, господи. И оно почему-то не становится, ну. Да что ж такое? Вот так вот я делаю, видите? А тут Кира сама уже потом разберется. Я не хочу, все. Нет, нет, это не моя тумбочка. Здесь вообще все красота, красота. Я так просто идеально все сделала. Ну, а сюда вообще никто не заглядывает. Потому что там книжки, которые никому не нужны. Ну как, они нужны, но они никому не нужны. Кира ими не пользуется. И они там лежат аккуратненько, лежат. Зато знаете, когда нету света... И нету интернета, и Кира не может куда-то зайти. А я ей всегда говорю, а у тебя есть книжка, а ты можешь ее открыть. Она начинает говорить, мне с книжкой неудобно, я хочу через интернет, через планшет. Я говорю, ну, знаете как, хотеть не вредно, вредно не хотеть. Так, что у меня здесь? У меня здесь валяется вот такая штучка, это от игрушки Добиной. Надо ее выбросить. И еще я, знаете, что хочу сделать? Попробовать сейчас почистить немножко этот стол, потому что, мне кажется, он немного грязный. Для этого мне нужно мое средство, если оно еще у меня осталось. Вроде бы тут еще что-то осталось. Я думаю, что на стул мне как раз хватит. Что мы делаем? Потому что, посмотрите, какой он страшный. Это ужас какой-то. Я когда-то вызывала мастеров, которые мне чистили. Он был такой чистенький, чистенький. А сейчас страшненький, страшненький. Я как бы хочу его сейчас немножко, немножко привести в порядок. Надеюсь, у меня это получится. В принципе, это средство очень хорошее. Оно достаточно хорошо чистит. Но. Як то кажуть, завжди є но и три точки. Ну все, я вроде бы помыла его немножко. Посмотрим, когда он высохнет, я покажу, что у меня получилось. Отмылся ли он или не отмылся. Сейчас вроде бы чистый. А что будет, когда высохнет, не знаю. У меня же память как у улиточки или как у ракушки. Я очень плохо запоминаю какие-то вещи, даты. Но мне тут напомнили вот скрин с сообщения на Ютубе, что уже годовщина, как у меня есть анонимчик, и сегодня какой-то сюрприз будет, я не знаю какой, но какой-то. Я очень-очень-очень-очень-очень сильно рада. Но я безумно еще рада тому, что уже целый год у меня есть анонимчик. Это так мило. Я не знаю, понимаете, я реально не знаю, как... Я вот так вот получилось у меня, как я, как вот так вот у меня получилось, да, как всегда мой словарный, как это Лёшка у меня всегда говорил, генератор слов, вот, как всегда мой генератор слов работает очень активно, у меня мыслей в голове много, но иногда я их не могу выразить, но все равно хочу сказать огромное-огромное спасибо анонимчику, огромное-огромное спасибо за этот год, он был невероятно классным, он был невероятно прекрасным, ты радовал нас практически каждый день. От этого в этой нелегкой всей ситуации, которая сейчас происходит в стране и в мире, у нас поднималось настроение. Ты давал нам толчок на то, что мы должны улыбаться, мы должны дальше двигаться, мы должны веселиться, мы должны не забывать, что жизнь прекрасна. Огромное тебе спасибо. В общем, так вот. Да, да. А вот этого вообще не ожидала я сегодня.
Но у нас началась воздушная тревога. Как это говорится? Или как это поется? А снег идет, а снег идет. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Продолжите, пожалуйста, песенку. Я себе успела сделать кофе до выключения света. И надеюсь, что мне сегодня повезет, и свет вообще не выключит. Потому что вчера, позавчера у нас его выключили вообще только один раз. Вчера у нас его выключили днем, четко по графику, четко по графику. Сегодня, не знаю, уже должны были выключить, но пока еще, слава богу, нет. Я надеюсь. Но, конечно, лучше бы сейчас, чем вечером. Вечером вообще не прикольно без света, потому что если сейчас хоть светло, то можно как-то сосуществовать с природой. А вечером очень все печально. Романтика – это хорошо, но она, честно сказать, немножко уже поднадоела. Все-таки я решила еще поубирать вот там вот. Подоставала всю химию, которая у меня там есть. Сейчас переберу все лекарства, которые есть. И сейчас все пересмотрю, и там тоже все помою. Очень важным средством. Вот таким вот. Доместосом. Надеюсь, у меня получится. Кстати, классный вот этот доместос. Очень прикольный. В общем, сейчас буду здесь... Убирать вот это вот сумасшествие. Черви – это жестко. От них, я поняла, избавляться очень тяжело. Поубирала здесь. Смотрите, сколько у меня средств моющих. Я просто моющий человек. Господи, какая у меня кухня страшная. Ну да ладно. В кухне мы будем разбираться не сейчас. Главное, я разбираюсь сейчас с червями. И я надеюсь, я хоть что-то досделала. Потому что я еще в другой тумбочке немножко нашла. Но вроде бы больше нигде нету. Я же говорю, я еще буду за ними гоняться, наверное, неделю. Реально буду, наверное, неделю гоняться. Но я еще нашла одно место, где они были, но их там уже нету. Они подохли. Видимо, они туда пошли, а обратно дороги не нашли. Но, да, ребята, вы знаете, такое у меня первый раз в жизни, чтобы именно вот так вот. Господи, я эти орехи буду помнить всю жизнь. Это просто круть! Снег, отойди, посмотрите, боже. И пепси-кола, и тут куча суши. И пепси-кола, господи. Кто-то с червями борется, а кто-то будет сегодня кушать. Это мне за то, что я такая хорошая. Боже, спасибо большое. Кира будет в шоке, я сама в шоке. Я уже так давно суши не ела, так... Это огромное спасибо, а я пошла дальше бороться с червяками. Терафу! Зато, ребята, со всеми этими червями, со всеми этими приколами я починила свой тапок. Знаете как? Я взяла стержень от ручки, скотч нашла, замотала вот эту вот резиночку к стержню от ручки, и таким образом я продела. И вуаля! И у меня починен тапок. Правда, немножко по-другому он будет, потому что здесь у меня он где-то здесь прошит. И получается, здесь он затягивается, ну, немножко другим образом. А здесь будет затягиваться вот так вот. Но это уже не важно. Главное, я его сделала. Теперь у меня тапочки починены. Ты. Тапки это хорошо, но меня дальше ждет кухня. Надо еще посуду помыть. И здесь все перемыть опять же такие доместосом вот там вот и вот там вот. Давайте посмотрим, нигде ли не появился никакой зверь противнючий. Ну, вроде бы я не вижу. Может, им запах доместоса не нравится, и они решили свалить отсюда нафиг навсегда. И туточки тоже я никого не вижу. Фух. Все, я здесь поубирала. Надеюсь, здесь уже ничего не будет. Снег меня раздраконил, я на него обижена. У нас закончилась воздушная тревога, и мне пришла смс-очка, что меня ждет посылочка. У меня сегодня реально настоящий праздник, так что я пошла. Сумочку свою беру, мятенькую. Надеюсь, она сейчас на погоде сделается красивой. Ну да ладно, господи. И мусора сколько я насобирала, пока убирала в тумбочках. Но там не только мусор, там опять же таки, там, где были червячки, я выбрасываю, там, где бутылочки пустые, я выбрасываю, ну и вообще
вообще просто мусор выбрасываю. У меня он всегда, его всегда много. Я не знаю, у нас живет всего лишь 2 человека. И у нас люди иногда удивляются, когда я мусор выношу. Они спрашивают: Маша, откуда ты столько его набираешь? Я не знаю откуда. Это за день. Это за день пакетик. У людей как-то за день вот такие пакетики. А у меня пакован. Я люблю все выбрасывать просто. А вот такое я вижу в первый раз. Чтобы голубь купался зимой. Ты реально купаешься? Да, реально сидит в воде. Ну ты даешь, закаленный, закаленный. Я просто знаю, что если голубь купается, типа примета такая есть, значит будет тепло, там жарко или еще что-то в этом роде. А тут сегодня снег выпал, и голубь купается. Что с миром творится? Я в шоке. Я посылочку забрала, там что-то такое интересное, квадратненькое. Сейчас иду в мегамаркет, мне нужно до места взять пшикалку. Потому что он самый классный. Я им пшикаю пол, мою, червей убиваю. Короче, я им делаю все универсально. Неужели мои свечки появились? А нифигашечки не появились. Ну и ладно, зато мой до места съесть. Кстати, запах у него не такой ядреный, как у обычного доместоса, который я тут не вижу, но не суть. Классная штука. И еще мне нужно взять какашечные пакеты. Все тут как-то думают, что я им что-то принесла. Ничего не принесла. Я принесла, знаете, что вам? Вернее, даже это не вам, это мне, но это ваше. Какашечные пакеты. Все? Понюхали? Ваше, да. Все, больше ничего для вас. Я зачем шла, то и взяла. Я взяла доместос, потому что у меня уже почти закончился. И что еще? И снегу корму у него тоже закончился. Я ему взяла пару пакетиков. И посылочка. Конечно же, мое любимое место для распаковки. Самое удобное, самое комфортное. И собаки уже, конечно же, тоже тут как тут. Давайте посмотрим, давайте посмотрим. Что там такое? Я не знаю, дубюшка. Там я чувствую, что есть много чего-то мягенького. Чего-то мягенького. Вот тут просто для Киры этот клондайк пупырок. Это... А, я знаю, что это такое. Я знаю, я такое видела у ТикТоки. Да, я такое видела в ТикТоке. Посмотрите, туда можно кого-то засунуть и закрыть. Хомяка. Домик для хомяка. Положил туда хомяка и все. Блин, я бы сказала, похоронная коробочка. Ладно, не об этом. Давайте смотреть, что это такое. Это чашка-миксер. Таблетки мне размиксовывать. Витаминки размиксовывать. Сейчас мы посмотрим. Красота какая. Ляпота какая. Добби, ты... О, боже, какого она цвета красивенького. Добби уже забрал пупырку. Добёш, тебе не нужна пупырка. Смотрите, о, вот как надо делать, видите, вот как надо делать, а не клеить. Вот умные китайцы не клеят свои бирочки, ценники на товар, а они просто аккуратненько его вкладывают. А у нас надо все приклеить, чтобы потом фигушки отклеил. Инструкция на китайском, я думаю, что я разберусь. Заряжать ее можно, эту чашечку. Тут можно сахар мешать. Представляете, да? Чашка для ленивых. Короче, что делаете? Наливаете сюда кофе, потом сахар включаете, и она сама мешает. Я поняла, для чего это. Я поняла. Мне недавно писали комментарий. Маша, не пей кофе с ложкой. Чай тоже не пей с ложкой, потому что я ложку кладу, мешаю, и ложка тут остается. Я всегда пью с ложкой. И мне сказали, значит, что пить с ложкой нельзя. Почему? Потому что будешь всегда одинока. Мне чашка, чтобы я не была одинока. Чтобы я не мешала ложкой, чтобы она мешала сама. Короче, прикольно. А как она мешает? Вот это вот интересно.
А, все, я знаю, как она мешает. Значит так, здесь есть вот такая вот штучка, которую, скорее всего, нужно класть туда, вовнутрь. Давайте сейчас это все проверим, только надо будет ее, наверное, зарядить. Так, давайте будем проверять, что и как оно работает. Ой, тут еще знаете, что есть? О май гад, смотрите, тут еще есть крышечка. Крышечка, короче, все. Это называется «Я теперь одинока не буду». Ложка в чашке не будет стоять. Зато чашка будет сама мешать. Спасибо! Круто! Идемте проверять. Так, ну что, давайте тестировать чашку. Таблеточка уже там внутри. Чашка под кофе. А кофе сюда будем наливать, да? Почему бы и нет? Так что мы берем капсулку. Вставляем, закрываем, включаем, ждем, пока оно подумает, я не знаю, воду закипятит. Я так и не поняла, что делает эта машина, когда она думает, когда воду кипятит. Ну вот мне кажется, здесь вода вообще не кипятится. Ну да ладно, не суть в этом, она сама знает, что делать. Сейчас кофеечек нальется. Сахарочек. Убираем ложку, потому что она нам уже не нужна. Ждем. Ой, какое красивое кофе получается. Я первый раз его вижу, как оно наливается в прозрачный стакан. Я никогда не видела, оказывается, оно с пенкой льется, представляете? Потому что всегда пью в чашке, и в чашке не видно. Так, что мы теперь делаем? Не капай. Накрываем крышечкой. И включаем, ребята. Опачки, посмотрите. И сахар мешается. Крутяк. Интересно, долго он должен мешаться-то? Я думаю, что нет. Красота, господи, свободные руки. Выключаем. Поднимаем. И пьем кофе. Я эту штуку доставать не буду, но я думаю, что я ее не проглочу. Это идеально. И я без ложки. Заметьте, я без ложки. Я без ложки. Так что, что это значит? Напишите в комментариях, что это значит. Это значит, что я счастливая Маша. Боже, крутяк. Обалдеть, круто, спасибо, цок-цок. Кстати, смотрите, эту таблеточку съесть нельзя, потому что она там на магнитике, она примагничена, поэтому ничего не произойдет. Единственное, я теперь не знаю, а как его мыть? Оно водонепроницаемое же, наверное, здесь должно быть. Я просто на это надеюсь. Ну, в общем, буду мыть аккуратно. Мне только что в телеграм-канале предложили пранкануть Киру, но для этого мне нужно достать чемодан. Я думаю, для пранка одного чемодана хватит. Мне просто второй очень далеко доставать, надо все вещи доставать, а сейчас уже Кира придет. Поэтому, думаю, этого достаточно будет. Проверим, проверим. Кстати, что у нас со стулом? Смотрите. Вот эта часть идеальная. Спинка, чуть-чуть бы я еще ее потерла, но у меня средство уже закончилось. Но я бы еще чуть-чуть спинку потерла. А смотрите, низ как идеально почистился. Супер! Супер! Отлично! И диван я сегодня тоже немножко почистила, но тут еще некоторые следы остались. Потому что кто-то что делает? Облизывает его почему-то, да? И Тера постоянно вылизывает этот диван. Че ты его вылизываешь? Сядет и лижет, лижет его, лижет, лижет. Любишь диван сильно, да? И я тебя люблю. Шанти, Шанти, ты жива? Ты моя сладкая. Кази, я тут лежу просто, отдыхаю вообще, меня никто не трогает. У меня жизнь прекрасна. Ем, сплю, сплю, ем, ем, сплю, сплю, ем. Вон какое пузо наетое. Вкусненькая была кашка, да? Ах, ты моя сладкая, что такое? Будь здорова, как корова, и красива, как свинья. Такое пу-пу-пу-пу. И тебя я тоже люблю. Позже никого нельзя гладить, кроме Добички. Ну вот, мальчик мой любимый, конечно, ты же мальчик. Ты любимый. Правда, безяичный мальчик, но мальчик. И ты, лапушка моя, тоже любимая, тебя я обожаю. Сильно-сильно люблю. И его я тоже люблю.
Обожаю. Кстати, ребята, вот этот коврик, который я купила, который должен предназначаться для того, чтобы сушить посуду после того, как ее помыл, он обалденный для обуви. Он классно впитывает, он не оставляет никаких следов на коврике, и он очень быстро сохнет. А вот уже и Кира идет. Так, я суши закрыла, чтобы не видно было. Кира, срочно, быстро собираемся. Давай, заходи. У нас через час машина приедет. Я уже чемодан один собрала. Тут такие вещи. И мы сейчас уезжаем. Я тебе серьезно говорю, мы уезжаем. Я всегда знаю, когда ты врешь. По твоим глазам видно. С тобой невозможно. Меня попросили тебя пранкануть. Я даже чемодан специально достала. Да? А что, там в чемодане есть вещи. Там даже очень много вещей. Ну, бывает. Видите, ее невозможно пранковать. Она знает, где я вру, а где я не вру. По глазам видно, как ты врешь. Вот я знаю, когда ты врешь. Ты. Вот так вот. У меня ребенок не пранкуется. Не пранкуется. Потому что я знаю, что ты ни за что не уехала. Особенно с таким кипишем. Ты сначала со мной посоветовалась бы. Даже если дядя была, ты такая... Так, ну думаю, никуда не ехать. Вот. Можно еще что-то подумать, вдруг ничего не будет. Такая 30 минут сидишь, думаешь, а потом уже. Закрывай глаза. Заходи. Подожди, не открывай только глаза, пожалуйста. Не открывай. Сейчас. Вот так подожди, я тут просто баррикаду делала. Так, открывай. Это не мне, это он. Спасибо большое! Я еще даже не смотрела, на самом деле, что там. Это for you, это for me. А что там? Подожди, я же не видела. Ой, пирожочек, это для меня. Это все для меня. Так покажи, я же говорю, я не видела. Это такие. О, вот это мне. А что у нас тут еще? Вау, это тоже тебе. Вау, все любимки, все вкусняшки. Класс. Приятного тебе аппетита. Так тебе тоже. И мне приятного аппетита. Я всегда думаю, по-любому. Кушать что-то будет. Поэтому я специально даже не покупала ничего, потому что знала. Ах, какая ты знающая. Ребята, всем, кто кушает вместе с нами, всем приятного аппетита, хорошего настроения, замечательного дня, мира, добра. Тёмочки, Элашки. Ту-ду-ду-ду. Анонимчик, большое спасибо. Сегодня у нас праздник. Да, ты лучший. А знаешь, чаще чего праздник? Год анонимчик. Да. Так что давай. О, можешь мне тоже открыть? Могу. Открой, пожалуйста, мы с тобой цокнемся. По-взрослому, по-настоящему. С пепси-колой. Конечно. Давай. Цок-цок. И анонимчик тебе тоже цок-цок. Приятного аппетита. Да, блин, да. Сейчас фотку всем завидуются. Все, пошла спойлерить. Не спойлери, пожалуйста. Так, а я ж приват. А, ну хорошо. Все, потому что спойлеров нам не надо. Боже, какая вкусняшка. Это божественно круто. Короче, Вика, я не смогу за тобой зайти. Прости, пожалуйста, у меня тут важное дело съесть. Очень много суш. Поэтому прости, пожалуйста, я тебя очень люблю. Но я как только поем, сразу пойду к тебе. Ты какашка. Так, ладно. Ну, тут типа просто... Ой. Все, я кушать. Забыла же Кире еще показать, что мне пришло. Короче, Кира, смотри, мне когда-то писали, что я пью чай с ложкой, и что это значит, что я буду всегда в одиночестве. Анонимчик мне подарил чашку, чтобы она мешала без ложки.
Прикольно. Прикольно, да? Это как для масок штука. Да. И я уже делала в ней кофе. Она так классно мешает сахар. А еще витаминки может мешать, таблетки может мешать. Короче, может мешать все. Все, я всем похвасталась. Теперь я точно буду кушать, потому что я безумно голодная. Я уже на эти суши, которые часто смотрю и жду Киру. Жду. Я уже наконец-то она пришла. Приятного, солнышко. Всем тоже приятного аппетита. Вика пришла. Я хотела Вику пранкануть. Да Кира все рассказывает сразу. А Вика бы не повелась бы тоже. Да повелась бы. Вот Вика бы повелась. Это Кира не повелась. Если бы она уехала, ну типа, если бы вы ехали, то она бы в первую очередь погулялась один со мной, как по мне кажется. Так я сказала, что через час. И собрала бы все вещи прямо сейчас, если вы сейчас едете, допустим. Она же здесь ничего не оставит, даже ни одну косметику, даже ни одну такую вот штучку не оставит, какую-то, не знаю, в доме. Ты что, в туалет хочешь? Я нет. Она, я за, тобой, она за тобой не пришла, потому что я ей сказала идти домой, потому что у нас сегодня праздник. Ну правильно, а я ей сказала то, что она сказала, ну я покушаю и приду за тобой. В итоге прошло полчаса, и она... Она очень долго кушала, она реально так очень долго кушала. За тобой, блин, тут бежать надо. Да. Вика, надо ее переучить. Знаешь как? Так. Сковородку на голову одеть. Ой, сковородку, кастрюлю. Что такое-то на маленький чемодан? Да какую успела, такую взяла. Если ехать, то надо большой чемодан. У нас, вообще только два чемодана. Один маленький и один чуть-чуть побольше. И больше у нас нет. У меня большой, еще один средний и маленький. Если вдруг мы будем уезжать, то мы будем уезжать только с трусами и все. И с носками. А, и с носками, да. И все остальное будем оставлять здесь. Ну, еще этих, конечно же, заберем, которые уже Шкоду мне только что сделали. Кто сделал Шкоду? Ну, там вот, видите. Кто сделал Шкоду, да? Сразу виновника видно торжества. А, одевайся тепло, Кирюх. Я знаю, я тоже знаю. Что получила Вика? Я еще не знаю. Как это ничего? Ну, типа, нам даже не было... А, еще... то есть мы в понедельник идем в киношку. Классно. Да? Да. Кира, а вы в понедельник дистанционка или в школу будете идти? Дистанционка. Дистанционка? Я не знаю, я нашла. Это мой вообще. Ну, я... Он такой самый простенький, самый обычный. Как всегда, мой стайл бомж. Самое неприметное. Кира, да. Если ты сейчас не уберешь свою рубашку, я тебе реально ее на голову кину. А я вон, посмотри, поставила эти вещи на балкон. Потому что я сегодня до сих пор боролась с этими... С тараканами. Если бы были тараканы, я бы сюда переехала. Я тебе серьезно говорю. Я тараканов вообще не люблю. Нет, с червяками. Кира говорит, что у нее очень классный карандаш, но она не знает, что это с ним. Это не ошалась? А я ей сказала, что я его два раза постирала. Кира, я не знаю, что это за карандаш. Он стиранный, перестиранный. И я даже не могу понять. Но хорошо, что я знаю, а что вот это же, вот, 101 оттенок. Ну так, 101 оттенок. А... Ну, в Еве можно найти. Ну, мне надо прям точно такой же. В Ева, Ватсон. Так там же, вон, смотри, еще есть инициалы. Кого? Ну, какая-то наклеить, ну, рисуночек. Вот по такому рисунку ищи. Губы. Да. Этот карандаш, наверное, мне кажется, тебе не отпущу. Жизнь не побитый карандаш. Вот сегодня пойдешь гулять, зайди и поищи. У меня денег нету. Карандаш. Мне на карте 50 гривен. А-а-а. Я же продукты покупала, все деньги потратила. Ну так я еще в школе покупала. А ты теперь представляешь, как я хожу в магазин? Это жесть какая-то, свои деньги в карман потратила. Я тебе сейчас верну твои 300 гривен, так и быть. Сложно здесь найти, как потерять, если до конца смысл покажет. Смотрите, я тут сижу, там они собираются, а там, вот там, до сих пор кофта. Как вы думаете, она же ее не на место не положит. Кира! Кира, сюда сейчас же! Вот это. Шутка. На место. Вот это не вот это. Вот то. Не
Не фоткай. На место. Выключай. Спасибо. Мы отдыхаем. Чемоданы, чемоданы сейчас поставлю? Вы уйдете? Вы же там заняли пол коридора. Я лично, да, уезжаю, оставляю на тебя Киру. Будешь ее кормить, поить, убирать за ней, следить за ней. В школу ее будет завтра готовить обед, ужин по расписанию. У Вики дома есть дыня. Так мама уезжает. Ну так мама уезжает. Хата. Деньги. Кому что? Хата. Деньги. Где вы деньги возьмете? Ты снимаешь YouTube. А я буду это... А я буду банкиром. Да я пойду в кофейне работать. Какая разница? Да, ты там всю кофейню спалишь. Не, ну это сейчас получится. Все, пока, девочки. Еще не пока, она еще прототолит. А, ну как всегда. Пытаться. Как всегда, как всегда. Кира, попробуй мои духи новые. А, уже поздно. А, все, ну тебя баня. Терра, храпучка моя. Храпутечка. Храпутечка, они гулять хотят, но я не хочу с ними выходить. Еще рано. Еще рано. Добби, еще рано. Если не можешь терпеть, на пеленочку. Пока-пока. Девчонки убежали, а нам выключили свет. Все-таки его нам выключили. Ну, тогда, значит, можно ответственно идти гулять с собаками. Потому что ну, больше ничего не надо. Я все сделала. Больше ничего не надо делать. Можно только идти наслаждаться, гулять. А, сейчас чихну. Видите, правда. Мне еще нужно сейчас после прогулки зайти к тете Лене и забрать у нее капусту, потому что я заказывала капусту, чтобы она сегодня купила, когда она будет на ярмарке. Но уже не 2 килограмма, уже всего лишь килограммчик, потому что 2 килограмма слишком много мы дней кушаем и уже от нее просто устаем. Поэтому у нас будет капусточка. Ты, Руся, пошли! Тера зависла, как всегда, там, где собак кормят. Вот, вечно голодная собака, вечно голодная. Ты, Русь, пошли босика искать. Опачки. Вовремя. Да, Добби, сирена началась. Ты, Руся, идем. Як то кажуть, буває і таке. Бося, ой, сколько счастья. А босику только Тера нужна. А Добби, а где Наташа? Наташа, где? Ищи Наташу. Наташа, Добби. Где Наташа с вкусняшкой? А, босику, ой, что-то Добби сейчас. Иди, я тебя отпущу. Давай. Опачки, опачки. Бося, здорово. Жених серьезный. Кира домой пришла. А чё ты его... А потому что он поломанный. Так покажи же. Это такой же? Ну, почти. Ага, да. Похожего не было. А подожди. Я поняла, где его покупала. Я его покупала. А он же выкручивается. Это, по идее, карандаш, который выкручивается. Да какой выкручивается? Нет. Вот точить надо. Разве? Да, смотри. Из наклейки для ногтей. Прикольные какие. И класс. У меня есть ресницы, и... Я долго решалась покупать клей. И вообще... Пошла бы, купила себе ресницы магнитные, продаются. И без всякого клея. Фигня. Откуда ты знаешь? Где их купили? В этом, как его продаются, мне кажется, в Наоми магазине. Так. Магнитные они ж отпадать будут. Я не знаю. Я не уверена в их... Мне что-то кажется, что этот карандаш должен выкручиваться. Он какой-то такой интересный, и мне кажется, он совсем не точится, а точно выкручивается. Я сейчас попробую. Я вообще последнюю забрала. Вообще крутая штука. Это для ногтей. Вот. Я постоянно забывала клей купить, но я его все-таки купила. Короче, хотела еще скульптора купить. Но его ни в одном магазине нету, мама, ни в одном. Скульптора? Да. Я, кстати, тоже смотрела скульпторы. Ни в одном нету, я спрашивала. Говорят, показывали, какие есть. Слушай, а ну принеси точилку, ну тут такой интересный карандаш.
Так я говорю, он поломанный был, там внутри был остаток. Он просто отпал. Ну, принеси это чук. Сейчас надо попробовать. Ламель. Мам, на этого? На этого стену? Да. Этого не было. И поэтому я купила наугад. Ну, это красивый цвет. Но этот цвет 405-й. Да, то, что вот такой вот карандашик. Ламель фирма. И номер 405. А ну-ка. Я влог снимаю. Ты влог снимаешь? Блин, вообще в шоке. Я в шоке. Я просто в шоке с Кирой. Я пришла, короче, домой, показываю маме покупочки. Да, а мама их распаковывает. Ты, по-моему, какую-то не ту точилку принесла. Точилка была такая, все, нет больше. Ну, а ты учишься, действительно. О. А ну-ка, дай. О, боже, он такой мягкий. Да, он я просто не знаю. На он реально вообще как не помада. Не было тестеров. Поэтому... А сколько он стоит? Точно не дешевый? 50. Недорогой. Но очень-очень мягкий. Прям, смотрите, еще так можно его растушевать. Клевый. А моя камера? Я теперь с двумя камерами. Видите, как я, как мы влоги снимаем? По-серьезному. Вроде должен быть цвет такой, а он вот такой вот. Блин, так. Видишь? Мне кажется, очень даже хороший цвет. А дай я на свои попробую губени. Хотя, в принципе, мне кажется, мой просто немножечко потемнее будет. Возможно, да, возможно. Но когда только накрасишь, да, он прям светлый, такой некрасивый. А чуть-чуть накрасишь. Видишь, вот это я только накрасила. Угу. И вот верхнее, это уже подсох такой. Красивый, да, я попробую. Да, я попробую, да, я попробую. Да. Держи. Это не мой цвет помады, потому что он вообще меня сделал просто какой-то белой. Мне надо немножко темнее. А? Вроде закрыла. Так. А Кира пошла клеить ресницы. А я теперь с какими-то... Кира, смотри, это не мой цвет помады. Посмотри, это не мой цвет помады. Да, тебе вообще не идет. Мне вообще... А мне почему-то нравится. Никак. Как мне эта помада. Мне надо немного темнее что-то. Ой, блин, держи. Какой он весь замацанный. Да, я случайно замацала. Я закрывала плохо. Так, в общем, ребята, как Кира клеит реснички, вы увидите на ее канале. А я с вами на сегодня прощаюсь. Я пошла снова кушать суши, потому что я хочу кушать. И уже пришла домой Кира, поэтому я могу ответственно идти поесть. А дальше уже все готовится ко сну и переходить в телеграм-канал. Так что, кто не подписан на телеграм-канал, обязательно подписывайтесь, переходите в чатик, потому что у нас там очень-очень весело. Мы поем, танцуем и так далее. Все. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока. Попрощаешься, котик? Пока-пока. Она, как всегда, занята своим влогом. Ну, снимает. Это уже что-то. Я пошла кушать. Люблю, целую. Всем пока.